Сейчас вы услышите одну из самых популярных тем из одной из самых популярных опер. Вернее, многие называют это произведение не оперой, а мюзиклом, но споры продолжаются до сих пор. Я думаю, что многие из вас поняли, что речь идет о легендарном произведении Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». «Порги и Бесс» подарил джазу, ну, по крайней мере, несколько абсолютных хитов, легендарных тем. Вот одну из них вы сейчас услышите. «I got plenty or nothing» исполняет Миша Сон, ученик детской школы искусств «Тутти», педагог Наталья Кожевникова. Встречайте. Folks with plenty of nothing, they've got lock on their door. They're scared somebody's going to rob them while they're making more. What for? I got a lock on their door, that's no way to be. They can steal the rock from the floor. That's okay with me, cause the things that I prize, like the stars in the skies, are all free. I got plenty of nothing, nothing's plenty for me. I got my gal, got my love, heaven's whole day long. Got my gal, I got my love, got my I'm well, never want to strive to be good, to be bad, what the hell, I'm just glad I'm alive. I got plenty of nothing, nothing's plenty for me. I got my gal, got my love, heaven's all day long. Спасибо. История джаза показала, что если джазмен прикасается к песне, к мелодии, даже к оперной арии или народной песне, то это произведение сразу же становится по-настоящему джазовым, имеет даже шансы стать джазовым стандартом. Я думаю, что вы все прекрасно знаете серенаду «Пьеро». Музыка Алексея Рыбникова, стихи Булата Акуджавы, фильм «Приключения Буратино». Давайте послушаем ее в исполнении юного джазмена, ученика детской школы искусств «Тутти» Максима Радынова. Аранжировку песни сделал Илья Шевелев, он же исполнит партию рояля. Ударные Александр Иванов, контрабас Федор Фабер, солирует Максим Радынов. —
Подожди, Максим Радойнов. Вот так правильно, да? Во-первых, давайте оценим. Вот джазмен прикоснулся к этой песне. Стала ли песня из советского кинофильма джазовым стандартом практически? Как вы считаете? Максим, я тебе желаю, чтобы больше ни один ведущий не путал ударение в твоей фамилии. Чтобы Мальвина обожала тебя одного. Но чтобы твою фамилию в мире музыки правильно произносил любой меломан. Спасибо тебе за такое. А я тебя приглашаю в наш театр, Московский областной театр юного зрителя. Приходи. Итак, вы знаете, друзья, есть такая легенда, что Дизи Гиллеспи сочинил «Ночь» в Тунисе на крышке мусорного бака. И в примечаниях к альбому сказано: «Низкий поклон отделу утилизации штата Техас». Так это или не так, теперь узнать невозможно. Однако неоспоримо то, что джазовый стандарт Дизи Гиллеспи «A Night in Tunis» вошел в число самых знаменитых и самых исполняемых образцов джаза. Юля Зунникова, ученица Ольги Банновой, исполнит песню Дизи Гиллеспи на слова Фрэнка Папарелли «Ночь в Тунисе». Only the wise understand. Sit shining an eye in Tunisia. They gotta cruise the desert sand. Evolves, fails, the dead tell to exotic to be told. Each night, the deep and night of all let us know. The cares of the day seem to vanish. The eating of day bring their risk. Each wonderful night in Tunisia. Never let the field with peace. Each night it's deep and I never let it go. Say
wish. Say, think of day, bring the wrist. It's a wonderful night in Tunisia. Юля Зуникова, ну очень красиво, браво! Поаплодируйте еще. Зыв, вопреки всему, не удивляться и восхищаться этим миром и музыкой, которая в нем звучит. Но я думаю, что сегодня нам с вами было очень легко восхищаться этим миром, благодаря талантливым ребятам, которые выходили на эту сцену. Давайте еще раз им поаплодируем и пригласим их всех на сцену для вручения дипломов. Пожалуйста, выходите на сцену, все участники фестиваля «Крошка джаз», а мы сейчас будем вручать вам дипломы каждому по очереди. Но для начала нам важно собрать вас всех на сцене. Нет, еще. Я бы хотел пригласить на сцену человека, которого можно назвать двигателем, мотором, сердцем, душой фонда Георгия Гороняна. Это его супруга Нелли Горонян-Закирова. Нелли, пожалуйста. Не затеряйтесь в толпе, сказала Нона, но затеряться в такой толпе — это просто счастье. Вы знаете, столько эмоций, когда смотришь на этих детей. У меня было несколько потрясений. Во-первых, одна из артисток заплакала. И это было счастье — видеть, что человек плачет, потому что, по его мнению, у него что-то не получилось. Ну, согласитесь, такой перфекционизм на нашем фестивале. Я благодарю всех-всех-всех замечательных педагогов, вот этих вот талантливейших детей. Я думаю, что вы и дальше будете с нами, потому что наш ансамбль «Мелодия Георгия Гороняна» и оркестр Георгия Гороняна, мы просто растим себе смену. Я думаю, что мы делаем совершенно правильно. А сейчас я попрошу дипломы. Нам будут все дипломы. Ребят, мы сейчас будем называть ваше имя или название вашего коллектива. Вы подходите и получайте диплом. Вот. Готовы? Итак, ТЭП, студия ФЛЭП. Под ваши бурные аплодисменты все происходит у нас. Ребята из ТЭП-студии, вы здесь? Они открывали наш концерт. Подходите, пожалуйста. Ушли. Мы им передадим. Миша Сон получает диплом. Да. А вы ближе. Всеволод Хаустов. Мария Бакина и Софья Обыденкова. Ансамбль Елены Худобиной. София Истомина. Юлия Завьялова, Иван Жмурко. Федор Редькин. Платон Быстров и Стефан Быстров. Максим Радоинов. Малый класс-центр «Бэнд». Вокальный ансамбль школы номер 686 «Класс-центр». Николай Глухман и Платон Глухман. Варвара Борисова. Милана Мещерякова и Любовь Щербакова. Камил Обухов. Капитолина Александр Девяткины. Юлия Зунникова.
Даниил и Борис Молочковы. Оркестр «Виват Гитара». И Влас Султанян. Ребята, мы вас все поздравляем. Есть они, еще, да? Алексей Матвеев, говорят. Алексей Матвеев и Ольга Шрейбер. Да, дело в том, что их выступление еще впереди, так что у нас не все закончилось. Ребята, у вас есть чувство, ну вот, выполненного долга, чувство того, что вы сделали сегодня что-то хорошее, настоящее и правильное? Что-то классное. Вот всем нам, всем, и тем взрослым, которые на сцене, и тем взрослым, которые в зале, и тем вашим сверстникам, которые в зале, вы доставили огромное удовольствие и подарили веру во что-то хорошее в этой жизни. А поверьте, это очень дорогого стоит. Поэтому мы всем вам еще раз аплодируем и кланяемся. Браво вам! И желаю вам успехов!